огромный холдинг. Очень много значит для страны. Главным акционером является государство. Она определяет транспортную политику, считай, всей нашей страны. Монополист. РЖД это как повезет. В последнее время произошли очень качественные изменения по оказанию услуг населению. Надежность, безопасность вот эта вот, она все-таки остается на высоком. Мне очень нравятся онлайн-сервисы. Что не обязательно ехать на вокзал, как раньше, стоять в очереди. И которая отличается стабильностью и, на мой взгляд, удобством. Шеф? Да. А? Да нет, да это лишнее, господи. Забери. Да, спасибо. Комфорта не хватает. Больше клиента ориентированности. Хотелось бы меньше вот этой вот разделения регионального дороги там. Нужно равняться все-таки на евростандарты, нужно внедрять инновации, нужно развиваться дальше. Все одно и то же уже на протяжении буквально 10-15 лет. Товарищи, чаю? А, будьте любезны, 4 стаканчика. Пожалуйста. Благодарю вас. Здоровья. Более разве что внимательного отношения персонала. Идти как модернизация, какой-то Wi-Fi добавлять. Очень плохой режим работы касс. Качество, стабильного качества. Какое впечатление складывается за счет какой-никакой, но все-таки рекламной политики. РЖД появляется в виде каких-то стоящих баннеров. Не видел где-то вот именно на улице на стендах. Не могу сказать. Не знаю. То, что генеральный директор компании РЖД, это Яконин человек, который довольно долго уже возглавляет РЖД, пользуется уважением среди сотрудников. Очень много времени занимает этот пост из богатейших людей нашей страны. Знаю, что это очень богатый человек. Когда будут новые вагоны? А где же крылья у него будут? Вечный вопрос. Как развиваться будет в дальнейшем ценовая политика компании? И нет понимания, почему вот именно такие достаточно дорогие билеты. У них не раскручено приложение. И скажите, какие сроки вы планируете пустить скоростные поезда по основным веткам России? Когда будут синтепоновые большие подушки и синтепоновые матрасы? Вообще, хочешь почувствовать праздник, даже можно не в киоск идти, а на вокзал, и посидеть и послушать, как отходит вагоны, перроны. Приятно, станки дорогие. Итак, все? Нет, не все. Ведущая компания. Богатая компания. Крупный игрок на рынке услуг мировом. Является производителем газа и нефти. Но плохого сказать, в принципе, ничего не могу. Достаточно распространена и на заправках, и под телевидением. Детские вот эти вот начинания, то, что они поддерживают, то они такое. Алло, Мадонна, да, это «Газпром», у нас, смотри, она опять трубку бросила. Компания, которая помогает сбывать мечтам. Как говорится, главный банк нашей страны. Компания «Сбербанк», ну, это крупнейший розничный банк в России, самая развитая филиальная сеть, руководитель «Греф». Но осуществление платежей как бы происходит на высшем уровне. А могу заполнить бланк? Быстро, дешево, с первого раза. У Сбербанка один из самых удобных онлайн-сервисов. Как клиент меня все устраивает. Компания «Аэрофлот» – это крупнейший авиаперевозчик России. Это локомотив нашего воздушного транспорта. Российская, в первую очередь, доступная, надежная. Существует с советских времен. Вы нашли свой паспорт, сеньор? А если я его никогда не найду, прикажете мне всю жизнь? Летать. Но без паспорта вы не можете сойти на русскую землю. Это не землю. Да, я пользовалась услугами компании «Аэрофлот». Подарки детям дарят. Фирма, которая занимается перевозкой, транспортировкой почтовых грузов. Услуги у нее дешевые, пользовались часто. Потому что обслуживание некачественное и ее очень дорогие клиенты. Ну и что? Ну и что, и не пришла, что? Ну так, наверное, мало времени прошло. 3 года прошло. Очень долго. Очень тяжко обслуживают. Это почта! Здесь никто ничего никогда не теряет, понятно? Ну, я хорошо отношусь, потому что другого выбора нам не предоставлено. Но я в нее верю.